Проблемы с водоснабжением и электричеством в городе уже решили, однако на сегодня еще 12 населенных пунктов района не могут справиться с последствиями стихии. В домах до сих пор нет света. Специалисты работают третьи сутки и, скорее всего, уже вечером им удастся все исправить. Снегопады, которые у нас шли 11, 12, ну и 13, в принципе, числа, привели к налипанию снега. Снег был мокрый, и завалу деревьев, в принципе, и на провода в том числе. Были повреждены многие линии электропередач, потому что завалы сопровождались обрывом проводов, ломались опоры. Восстановление потребовало значительных сил и времени. У нас было отключено, скажем так, на пике отключений, у нас было отключено 64 населенных пункта, что порядка где-то 70% всех населенных пунктов района. По словам специалистов, предвидеть ситуацию было невозможно. Внезапные множественные разрывы линий электропередач сначала восстанавливались своими силами. Позже задействовали специалистов из других регионов Беларуси. Итого в Мозырском районе работало более сотни человек. Уже утром 12 числа к нам начали прибывать бригады из Речицких сетей, Гомельских сетей, Жлобинских сетей. Чуть позже начали прибывать бригады из других облэнерго. Мозырь питают две взаиморезервные линии электропередачи. Когда одна из них отказала, нагрузка легла на вторую. Электрики пытались устранить неполадку, когда вторая линия также вышла из строя. На часы город оказался обесточенным. В связи с обильными снегопадами были повреждены линии электропередач и, конечно, обесточены у нас на районе были молочно-товарные фермы. Это основная проблема, которая действительно была у аграриев нашего района. Но с этой проблемой, в принципе, мы легко справились в том плане, что благодаря сплоченной связке и организованной работе непосредственно на местах руководителей сельскохозяйственных организаций, специалистов, которые повседневно работали и круглосуточно дежурили на молочно-товарной ферме, ну и, конечно же, самими работниками. Плюс ко всему, для упорядочения и решения вопросов были направлены специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия Мозырского райисполкома, а также привлечены специалисты Мозырской районной ветеринарной станции. На устранение последствий снегопада работали все службы города. У кого-то рабочий день длился более 12 часов, некоторым и вовсе не удалось сомкнуть глаз. Сегодня ситуация практически восстановлена. Зима только началась, а мозыряне уже почувствовали, что значит стихия. Слаженная работа и взаимодействие городских служб помогли свести к минимуму материальные потери после обильных снегопадов. Катерина Булатецкая, Валентин Бойко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».